собираюсь сейчас думать, думаю, что у меня так голова кружится, просто штормит меня из стороны в сторону. Смотрите, у меня давление 103/67. Что-то купала, и утром я кофе пила. Но у меня ночью начала болеть голова, и я выпила лекарство. Ну что-то... О, ужас, как у меня кружится голова. Сейчас буду чем-то поднимать давление. Опять, наверное, кофе надо будет попить покрепче уже. Потому что сейчас надо будет ехать в магазин, а я прям боюсь с таким головокружением выбираться из дома. Скоро на моем канале выйдет видео, как приготовить эти замечательные маффины, ароматные, вкусные, которые понравятся и детям, и взрослым, прекрасно подходят к чаю и кофе. Ждите. Вы можете поверить, что мы уже в моле? Мы в мол, конечно же, в масках. Куда ж без этого? И я забыла микрофон, чтобы меня было более-менее лучше слышно. Но самое главное, что все открыто. Все открыто! Мы мальчиков оставили в другом отделе, а сами пошли в отдел для девочек. Да, Эвелина? Хотели сейчас с Эвелиной зайти в Victoria's Secret, а нас не запускают, потому что там людей больше, чем положено. Поэтому нам приходится сейчас стоять и ждать, когда впереди нас двое пройдут, и затем только мы. Теряем время, а что поделать? Так, Эвелина попала в свой любимый отдел. Мы уже кое-что выбрали, потом покажем дома, а теперь она выбирает спрей. И, конечно же, как же без кресла, на котором массажироваться? Сколько у тебя еще осталось? 6 минут. Ого. Так, показывайте, что взяли. Вот. О, ну, конечно же, Star Wars. И сколько эта коробочка стоит, стесняюсь спросить. О, 20 баксов. Еще что взяли? $24 диск. My goodness. Папа, ну ты щедрее, чем мама даже. Ну, мы почти столько же потратили с Эвелиной. Есть старый запас, так я кешу. А, ага, понятно. Наличкой, значит. Ну, решил признаться честно. Ну, молодец. Ничего не сорвал, никакие... Я отпускаю твои грехи. Аминь. Тимон балдеет. Ну, короче, пошла Эвелина у нас. Трястись. Эвелина, ты можешь сидеть спокойно? А? Короче, сколько тут стоит? 3 минуты, $1, 15 минут, $5, 30 минут, $10. А вот на английском языке есть. Можно платить карточкой, можно платить наличкой. Налички у нас нету, поэтому мы заплатили карточкой. Эвелина, устанешь, я могу потрястись. Короче, у Тимы еще осталось время. Пошел папа массажироваться. Ой, хорошо, да. Не знаю, видно вам или нет. Там мы с Димой. Короче, люди мимо проходят, как всегда, естественно. И мы тут массажируемся, теперь моя очередь пришла. Ой, люди, если бы вы знали, как так ужасно. Вау. Сколько мне еще осталось мучиться? 10 минут, представьте. Короче, если карточка платишь, тогда нужно $5 минимум платить. И это на 15 минут. В общем, 10 минут еще мучить. Вот так. Конечно же, игровая площадка закрыта из-за этого карантина, из-за этого коронавируса. К сожалению. Всегда здесь было очень много детей, дети всегда здесь играли, но все закрыто. Мы зашли немножечко что-нибудь попить, и Диме сделали кофеек с таким сердечком. Тима у нас пьет молочко. Эвелина какой-то чай клубничный, а мой напиток еще делают. Но у Димы это, конечно, вообще сердечко ему сделали. Он, наверное, думал, что это мне. Уже продают товары на Рождество, на Новый год. Дорожки всякие, подушки, украшения. Но это мой любимый отдел. Конфеты всякие, вафельки, печеньки, орешки, варенье. Ой, Эвелина. Надо нам с тобой что-то купить сладенькое для успокоения души, да? Да. Вот это на праздники уже продают всякие вкусняшки. Это что-то новенькое. Баклава. Елена. Ага. Так, короче. Пошли мы за чем-то вкусненьким.
Когда я попадаю в отдел с вареньем, я всегда беру варенье из черной смородины, потому что здесь это большая редкость. И это не американское, это сведиш. Это что у нас сведиш, Эвелина? А? Я тоже не знаю, что такое сведиш. Некрасиво, конечно, хвастаться такими вещами, но мы похвастаемся. 7 штук на $32. Минус $10 купон у меня был в честь моего наступающего дня рождения. И вот такие Эвелина выбрала себе. Выбрала такой себе спрей для тела. Пахнет розочкой. Ну, неплохой запах. В общем, за все вот это мы заплатили $40. Еще мы взяли вот такие вкусняшки. Это уже в Маршалсе. Такие вафельки стоят $2.99. Эти тоже $2.99. Да, там внизу написано. Такие печеньки с прослойкой. С белой прослойкой. Я видела, такие в Германии продаются, но у нас я еще такие не видела. Вот, нашли. Они стоят у нас тоже $2.99. Вот такие вафельки клубничные. Я вообще фанат всего клубничного. $2.99. Варенье с черной смородины. Сколько они? $5.99 стоит. Варенье вообще все очень дорогое. И нам с Эвелиной взяла по 2 пары колготок. Эти у нас стоят $5.99. И эти тоже, по-моему, $5.99 стоят. Да. Тоже $5.99. В каждой пачке 2 пары колготок. Это все, что мы взяли из вкусняшек. И то, что взяли Тимми, там Лего, естественно, и фильм Star Wars, Звездные войны. Сейчас они уже начали смотреть. То вы уже видели, мы вам показывали в магазине. Вот такая у нас прогулочка сегодня была. У нас были планы еще, мне нужно было взять покрывало детям на кровать. У них уже вообще страшнючие покрывало. Хотела заменить. Но Тима взял эти «Звездные войны», и все, ему нужно домой срочно. Ему нужно срочно смотреть, собирать лего. Поэтому мы, в принципе, нормально и не смогли погулять. Но нам надо как-то выбраться с Эвелиной. Конечно, выберемся с Эвелиной, больше и поснимаем тогда. Ну что, ребята, вот у нас 1 сентября наступило. Давай, Эвелина, покажи всем людям, что мы перед школой моем сумки, стираем сумки. И туда их. Эту тоже, да. И ту свою сумку запихай поглубже. И закрывай крышку. Ну давай, рассказывай, почему 1 сентября. Потому что мы во вторник идем в школу. Уже в школу, в школу. Да, в школу. В школу, в школу. Ты хочешь в школу, в школу? Да. Тима, иди туда, вставай. Тима, ты хочешь в школу? What did you say me yesterday? Что ты мне вчера сказал? You missed? Он сказал, что он соскучился со своими друзьями, соскучился со своими одноклассниками. Он хочет их увидеть, он хочет посмотреть, кто у него в этом году в классе будет. Ну, хотя как бы на видеоуроки он на зуме видел, и Эвелина никого не видела, кто у него будет в классе. Ну, как бы даже на зуме не видела, да? Вот во вторник. Пока... Завтра у нас вообще праздник, день Колумба, Columbus Day, и завтра у вас школы нету, правильно? Вообще никаких занятий не будет. Нет, занятия у меня есть. У тебя будут завтра занятия? Да. У тебя надо будет это... Типа отметиться, что ты в класс зашла? Ну да, это... Правда? Да. Тима. И уроки там какие-то. Are you sure you're not gonna have school tomorrow? Эвелина is gonna have it. Okay. Проверь, пожалуйста, ладно? Ну, короче, все равно, по идее, они должны были начать с понедельника обучение, но так как Columbus Day, они завтра еще будут дома, а во вторник уже едут в школу на автобусе. Эвелина, во сколько у тебя школа начинается? 7:33 утра. Автобус у нее будет приходить в 6:56 утра. Представляешь, доченька? Ой-ой-ой. Тима не знает. Your school is gonna start at 9:10. В 9:10 у него начинается школа. И его автобус будет в 8:18. Вот сколько он будет кататься еще на автобусе. Ну ладно, ждем первого дня. 1 сентября по Нью-Джерси, да? Ну и покажем вам еще лего. Мы вам вчера не показали, когда Тима его собрал. Что у него получилось? Давай, покажи.
Здесь была вот такая книжка, сейчас я покажу. Вот такая книжка была. Так, сколько здесь? How many pieces, Тима? Вот столько вот страниц. Так, это половина страниц. 73. 73 страницы. И все это он собрал. Сколько? 159 вот этих деталек. 73 страниц. Он все по схемам разбирается вообще прекрасно. По схемам он собирает уже давно, наверное, с 6 лет он легко ориентируется в этих книжках. И вот такое у него получилось сооружение. Да. Ему очень нравится. Да. И, конечно же, вчера они вечером посмотрели уже этот фильм «Звездные войны». Покажи, как это все крутится. Все крутится, все вертится. Чтобы там стрелять. Опс, ух ты! Как интересно, красиво. Что еще пацану надо? Как только какие-то стрелялки. Сейчас, туда же надо поставить на место. Он сейчас не на месте стоит, это же душа болит у ребенка, понимаете? Давай с этой стороны покажем. Тебе нравится? Да? Ну все. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами очень скоро. Скажи, Тима, очень скоро. Очень скоро. Молодец. Всем пока. Пока.